Стреляли по колесам. Обычное дежурство сотрудников ДПС закончилось погоней со стрельбой. Инцидент произошел в выходные в Лысогорском районе Саратовской области. У одного из домов по улице Набережная водитель автомобиля «Лада Приора» не подчинился требованию сотрудников полиции остановиться и попытался скрыться. Уходя от преследования, нарушитель выехал на трассу, ведущую в Саратов. Чтобы остановить лихача, один из сотрудников полиции выстрелил по колесам преследуемого автомобиля. В результате стражи порядка задержали хулигана. Им оказался 25-летний мужчина. В момент задержания он находился в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту проводится проверка. Неоднократно просили остановиться, но никакой реакции не было. Он еще больше набирал скорость, он сделал предупреждение, выстрел вверх. Он никак не отреагировал на это. Еще больше стал набирать скорость. Я говорю, стреляй по колесам. Лицо спустило, все, он остановился. Мы вышли из машины, как бы посадили машину, начали. Он был с сильным алкогольным опьянением. Он говорит, что думал, что уедет от нас, как бы мы его не догоним.